Приветствую, друзья, с вами Артур. Хочу вам сегодня показать такой радиоприемник, реально очень крутой. Это японец, ну вот размер с ладошкой, ладонь у меня довольно крупная. Сравните размер приемника с ладошкой. Это не те портативные карманы и маленькие, это довольно такой крупный. Ну вот портативная колонка и какой радиоприемник. Фирма у нас Sound Tripper, Stereo FM Tuner, AirOff. Выключить AM/FM стерео моно. Сверху регулятор громкости по левому и правому каналу отдельно. То есть на каких-то еще клевых CD-плеерах старых я встречал что-то похожее. Красная индикация, это говорит о качественном стереоприеме. И обратите внимание, что разъемы для наушников две штуки. То есть можно одновременно подключать две пары наушников. Работает от 4 пальчиковых батареек. Это у нас тип 2А. И сзади имеется вот такой вот шильдик Sound Tripper, модель ST1 AM/FM MPX Radio Receiver. Частотный диапазон по FM от 88 до 108 МГц и по AM 535-1605 кГц. 4 батарейки, это я уже вам говорил. И вот если так мы заглянем, Made in Japan. Друзья, это реальный японец. Я говорю, вот берешь в руку старую хорошую вещь и сразу обращается внимание, вот насколько качественно и добротно она сделана. Да не тот Китай, не тот ширпотреб, который сейчас, ну, чаще всего встречаются. Я не говорю, что сейчас не делают хорошие вещи, их тоже делают, но раньше как бы каждая вещь была произведением искусства, действительно делалась добротно. К удивлению, не знаю, годы, но я думаю, это примерно 70-80-е годы. Оно играет отменно. Я взял портативную колонку, так как на наушниках вы ничего не услышите. Будем слушать на колоночке. Там, где будет музыка, я буду сразу прокручивать. Давайте как-то так, чтобы видно все было. Того, що відбувається у них. Це питає від часто ситуації. Ну, трохи потерплю. Буду називати мамою. Телефонуйте до Болівера. І ніки, що прежде все. Приемник, друзья, настолько чувствителен, что буквально чуть-чуть проворачиваем, и он ловит всякие подстанции. АМ я никогда не проверяю, не знаю сейчас, есть ли вообще на АМ какие-то станции. У нас АМ никто не слушает, может где-то у кого-то, и кто знает станции, может он и ловит. В общем, друзья, реально радиоприемник прикольный, рекомендую всем, вот кто особенно коллекционирует такие старые вещи, завестись вот таким вот японским приемничком. В общем, за видос у вас лайк, подписка на канал, кто не подписан, всего наилучшего. С вами был Артур, пока.